20 років на сцені. Ані Лорак самі навіть не віриться, що вже стільки часу вона дарує прихильникам свою творчість. Співачка поділилася особистими планами з нашою командою, тож зараз про них дізнаєтесь і ви. Это шоу стало самым дорогим за всю ее 20-летнюю карьеру. Репетиции по 5 часов в день, акробатические номера и экстравагантные платья. Сегодня я счастлива людина, что у меня есть семья, есть творческая семья, есть публика моя улюблена. И... Вся эта феерия – дело рук одного из самых знаменитых российских режиссеров – Олега Бондарчука. Кстати, это он ставит концерты для Филиппа Киркорова и Аллы Борисовны. Поэтому, когда мэтр сказал Лорак падать с трехметровой высоты, она, не раздумывая, доверилась режиссеру. Страшно было дуже. Коли Олег мне запропонував, я кажу, может, ты сам покажешь? Он каже, ні, я ж не вмію. А я не была помічена циркачкою ніколи. Але мені так хотілося здивувати глядача, запалити. Шоу длилось 2,5 часа. За это время Ани Лорак спела около 20 хитов и сменила 6 нарядов. Самыми дорогими оказались 4-килограммовые платья из металлических деталей и невероятно дорогая эксклюзивная модель из битого стекла. Для этого хрустального наряда зеркала вырезали лазером, а потом кусочки пришивались вручную. Эти 20 лет что-то делала и к чему-то пришла, к какому-то... Я не могу сказать, что это какая-то черта. Это какой-то определенный этап. Но мне кажется, внутри все только начинается.